Меня зовут Колесников Ваня. Я тут уже 8-й раз. Мне тут очень нравится. У меня тут большие достижения. Я сюда приехал, начал самостоятельно ходить. Спасибо всем людям, которые мне в этом помогают. Колесниковых, мы из города Николаева. Большое спасибо всем сотрудникам. Очень доброжелательное, трогательное отношение к пациентам. Индивидуальный подход к каждой мелочи, к каждому ребенку. Наблюдают нас щепетильно, отслеживают с раннего утра до позднего вечера наше состояние. Вот. За последние наши два курса пребывания в феврале и в июле месяце мы отметили очень большие изменения. Это касается качества улучшения ходьбы, рисунок ходьбы. У нас улучшилось состояние колен. Мы разогнули их полностью, потому что 5 лет он у нас не вставал на высокие колени. Первый раз вот сейчас в июле месяце он встал на высокие колени. Это очень большой показатель. На локостанции тоже у нас очень большие изменения. Он ходит самостоятельно, разгибает ноги. И стопа, полностью пальцы у нас развернулись. Вот, мы думали, что нам потребуется очередная операция, но сейчас мы видим, что она не нужна будет, потому что осталась стопа в хорошем состоянии. Вот. Так что надеемся на то, что приедем еще раз и будем уже ходить полностью самостоятельно, даже без палочки.